الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С вами снова я, Ум Малик. И сегодня мы продолжим обучение вместе. Прошу поддержать своими лайками, комментариями, вопросами. Если у вас есть такие вопросы, можете писать под постом или под видео, или писать в Телеграм или Инстаграм. Мы дошли с вами уже до 24 буквы. Перед этим у нас было 3 буквы с похожим хвостиком. И теперь у нас 2 буквы еще с таким же хвостом, но с верхней частью, которая отличается. Это буква, твердая буква, соседка буквы Х, которую мы уже брали с вами по махраджу. Буква называется Гайн. Буква Гайн, она читается согласовками Га, Ги, Гу, Га, Ги, Гу. Твердая буква, да, у нее написание хвостика будет такое же, как и у буквы ха, ха, джим, да, в середине и в начале хвостик будет подтягиваться на строчку. В другой позиции, в конце, да, или вот в отдельности, этот хвост уже будет оставаться таким. В начале у нас будет просто сокращаться хвостик, но в середине, когда у нас приходит, у нас форма, если вы присмотритесь на примеры, у нас здесь есть, сейчас мы прочитаем, отличается. То есть у нас получается как бы написание вот такое. И буква закрашивается. Да, если у вас ручка будет потолще, то сама толщина ручки может уже помочь вам в том, что ее не нужно будет закрашивать. Да? Как-то так примерно. Вот. Да, не забываем точку. Сверху обязательно это буква Гайн. На сукуне она будет чуть-чуть продолговатая, как и буква Х, ее соседка. Аг, аг. Да, не говорим аг быстро. То есть ее как бы аг протягиваем. Читаем примеры с вами вместе. Ган, гады, гиль, гайру, баглю, фаргу, غاب غاب مبلغ مغرب إغلب إغفر اشتغل يشتغل استغفر يستغفر يستغفر. Значит, это написание и прочтение буквы. Еще хотела добавить момент в конце написания, да, как мы видим, вот сочетается с серединой, только уже в случае соединения с предыдущей у нас будет хвост опускаться вниз. Да? Такая форма. Внимательно, чтобы был вот такой закрашенный, да, такой полукруг, что ли, да, как его писать. Потому что некоторые пишут, не закрашивают, да, и может быть похоже потом на букву Х. Да, то есть они различаются вот этим. Да, тут как бы такая булька, а здесь просто идет ровная волна. Поэтому это разные буквы, да, не путайте. На этом наш урок подошел к концу. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.